Далее смотрите рубрику «Народные новости». Что нового произошло у жителей Саратова, сегодня узнала Анастасия Куклева. Сегодня я сломался телефон, и меня врезались в мою машину. Ну, в работу нажал, поливаю, деревья. Мы сейчас с моей дочкой приехали. Бабушек, дедушек радуем. Внучка будет поступать в этом году в какое-то учебное заведение. Гуляем. Ездили сегодня, катались на паровозике. Ко мне друг из Москвы приехал. В универ пытаюсь установиться, на работу нормально устроиться. Вот, жениться хочу. ЕГЭ через неделю. Не готовлюсь вообще, не знаю, как сдавать буду. ЕГЭ, она меня уже достала просто. Пишу кандидатскую. Мы идем за орешками кешью. Купила некачественную плитку, теперь не могу вернуть за нее деньги. Содрала коленку, когда лазила в заброшенное депо. Мой брат женился, нашел себе жену наконец-то по 30 лет. У нас в жизни наступают летние каникулы. Это главная наша новость, которую мы давно ждали. Я теперь специалист, в принципе, в области психического здоровья.